В комитете по образованию Серпухова состоялась встреча председателя Любови Владимировой и финалисток муниципального этапа конкурса «Педагог года». Собеседование – это заключительный этап конкурса в городе. После будут избраны финалисты на областной этап. В вопросах педагогики вместе с учителями, воспитанниками и педагогами дополнительного образования разбиралась и моя коллега Инна Шейнина. Председатель комитета по образованию задает тему. Мы живем в стремительное время. Кто-то из нас помнит счеты, граммофоны, кто-то вообще не знает, что это такое. Современное поколение не представляет свою жизнь без гаджетов. Нужно ли брать что-то из прошлого педагогики в будущее? Участницы конкурса вспомнили октябрятские звездочки. У многих ребят такая проблема, у них нет мотивации. Они смотрят на своих одноклассников, возможно, более старших, которые к учебе относятся довольно легко. И вот если была такая система, в каждой звездочке были бы люди, за которыми бы хотелось тянуться, брать пример, мне кажется, возможно, это помогло бы. Классный руководитель кадетского класса практически поддерживает свою коллегу. Весь класс делится на несколько отделений. И вот здесь очень похоже на воспитание со звездочками. То есть у каждого отделения есть свой командир, который отвечает за своих подчиненных. И вот эта вот сплоченность, она появляется. Этапу собеседования предшествовал ряд заданий. Визитная карточка, мастер-класс, ведение урока, родительское собрание, методическая копилка. Участники состязались в четырех номинациях. Воспитатель года, сердце отдаю детям, самый классный классный и педагогический дебют. В каждой номинации жюри определило трех победителей. Именно эти педагоги и были приглашены на собеседование в комитет по образованию. Каждый из них имеет свой взгляд, и хотелось бы услышать их мнение, для того, чтобы можно было, да, подумать над развитием, очередным витком развития образования. Итоги муниципального этапа конкурса будут подведены в декабре. Финалисты будут защищать честь Серпухова уже на областном уровне.